Семена астры узкий размер пурпурная ценятся за декоративность и простой уход. Взрослое растение достигает 80 см в высоту. В начале лета на кустах распускаются шаровидные соцветия, состоящие из многочисленных узких лепестков пурпурной окраски. Этот сорт широко применяется в ландшафтном дизайне. Крупные цветы диаметром до 18 см можно срезать для составления красивых букетов. Посев семян астры русский размер пурпурная производят с марта по май. Между взрослыми растениями необходимо оставлять расстояние не менее 20 см. Этот сорт подходит для промышленного выращивания. Чтобы избежать скопления влаги у корней, следует предварительно организовать хороший дренаж. Астра китайская пурпурная – это травянистый высотой 70-80 см. Цветет растение в месяц июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Окраска цветка пурпурная. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 16-18 см. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.